Привет, друзья! Третий полк пограничных войск «Талибан» в Нимрузе провел военное учение с применением тяжелого вооружения, оставленного армией США после вывода войск из Афганистана. «Талибан» имеет и советскую технику, ранее мы ее показывали. В учениях использовались бронированные автомобили М1117, бронемашины «Хамви», пулемет М2HB, карабины М4А1, снайперская винтовка М24, пулеметы М249, винтовки М16А2, М16А4 и другое вооружение. Учения проводились профессиональными инструкторами в городе Заранч, провинции Нимрус. «Талибан» проводит учения, поскольку в провинции Нимрус между иранскими и талибскими пограничниками растет напряженность на фоне споров о воде. Цель военных учений – совершенствование военного опыта сил «Талибан». На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.